Так что пишите, Володя ответит вам обязательно. То есть, ну а мы поддержим Вову. Вова, правда, не бесплатно хочет сниматься, да, Вова? С похмелья, говорит, болею, отхожу, да? О. Да. Блин, пробухал 7 месяцев с октября, как с вахты приехал и пробухал, забухал. Вот мы посмотрим, сейчас карантин закончится, я благоустройством мезохоронений занимаюсь, ну вы знаете по видео. И посмотрим, если что, Вову подтянем, с собой будет работать, будем сниматься вместе с ним. Буду платить ему рублишку полтора в день, думаю, Вове нормально будет. Да, Вова, на кладбище поработаешь? А что делать? Благоустройство будем заливать, плитку ложить. Без проблем. Ну и все, разнорабочим. Ну, конечно, я, ребята, я работаю разнорабочим. Ну да, конечно, есть профессия, газоизрастворщик. Ну а что толку? Варить? Никому ничего не надо.